22 июня по всей стране прошла акция «Завтра была война». К ней присоединились жители Архангельской области. Ровно в 4 часа утра на площади Мира перед Вечным огнем состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Архангельск подвергся бомбежкам, люди умирали от голода, но вместе со всей страной наш город выстоял и победил. Архангельску присвоено почетное звание «Город воинской славы». В память о всех горожанах, оставивших жизнь за родину, молодежь Архангельска зажгла свечи, которыми выложила у подножия монумента Победы слово «Помним».